предыдущей серии. Приди и обыграй меня. Я реально, ну типа, блядь, а как так-то? Смотри, вы счастливы. Ты готов докинуть пятерик и пас с центра поля? За несколько часов вы нажали на кнопку лайка больше 110 тысяч раз. Это просто невероятно. Спасибо вам большое за поддержку. И вот вам второй контент второй день подряд. И это, может быть, опять договоримся? С вас еще 100 тысяч лайков уже под это видео, а я делаю новый ролик сразу. Там разоблачение рекламы вас ждет. Мне надо отбивать бабки, мне больше всего хочется победить. Мы как сейчас в квартишке. Потом уже этот Герман в трусах сидит на машине, второй домой едет. Друзья, короче, парни не хотят уходить без бабок, хотят еще стрясти меня, но я вовремя остановился и сказал, давайте скидывать в общую копилку. В общем, они забились на по косарю, вроде как сумма небольшая, но выиграть 5000, доказав, что ты самый точный, но лично у меня есть мотивация. И еще какая, учитывая, что в прошлом ролике я немного обосрался. Первый штукарик вложил, все и могу помнят, немножко отыграть. Скинули. На самом деле здесь, если ты промахнешься, ты еще можешь верить, что все промахнутся, но это реально сложно. А если ты попал, ты такой. Кроме Гуркина, я считаю. Когда комментаторы говорят, типа, ну отсюда можно бить, а Гуркина да. Это отсюда. Все, тихо. Опять ты. Я играю. Если бы ты попал, это был бы один из самых красивых голов, которые я видел с центра поля. Он вот так вот полетел, в конце закрутился и попал в штангу. Блядь, если бы он попал в ворота, то он бы закрутился. Знаете, я тоже могу бить штрафные центры. Это прям очень прям это охуенно. Гурки, так слава богу, он вылетел, блядь. Я скажу вам так, отсюда меньше давления, понимаешь? Если ты отсюда промахиваешься, ты как бы, ну ничего, да, вот, Рома, промазал. А когда сблизи промахиваешься, ты сразу лох-пидор автоматически. Очень мягкая была. Да, вот это слишком мягко. Но мне казалось, что она еще сеточку тронет сверху, из-за этого опустится вниз. Слушайте, ну сейчас я из андердога наоборот. Теперь все топят против меня. Тут главное не перестараться, вот реально. Главное не перестараться и не перебздеть, в плане того, что не добить. Надо молчать и бить. Погнали. Ой. Не, мимо. А по стилю ты ударил, хорошо, но только чуть-чуть. По стилю. Не попал. Прям четко попал. Он опустился до линии. Не-не-не, он опустился за линию. Не, он за до этой белой линии. Я же смотрел внимательно. Нахреново ты смотришь? Что-то мне подсказывает, что возможен второй круг. Как будет по-царски, если ты отсюда, типа, забьешь? Типа, там ты вообще редкостный крот, а отсюда ты такой просто снайпер. Это сказал Леха. Давайте попробуем. Блядь, не добью. Опа! Он за меня ударил, как решил бабки свои отбить, а? Какой? Ой, ниппелем на себя. Вот, кстати, обратите внимание, Сипскан. Это шнур. Старая школа, старая школа. Это может не даже. Ой! Хорош, хорош! Два дыря из прошлого раунда. Сейчас. Это как экспрессик поставить. Давайте, ладно, давайте. Готов? Ну, блядь! Выше, мразь какая, а! Возврати меня в игру, пожалуйста, ударь мимо. Ну я бью хорошо, серьезно, я бью по центру. То есть у меня нету разброса вправо-влево. Есть просто простое определение. Хорошо, когда мяч в воротах. Он был в воротах? Но он был в воротах. Вот честно, сейчас вообще нету никакого давления нервов, потому что, ну, не стыдно промахнуться. Хорошо, сидит. Блядь! Сука, нет! Центра поля. Вырежи это отдельно, Сип, себе на канал, слышишь? Вы не представляете, видишь? Как долго мы на канале Ромарой били в эту гребаную перекладину, минут 40, блядь. Блядь! Как же это приятно, когда Сипскана не попадает. Сука, ну это обидно вообще. Все в комментариях сейчас написали, Сипыч, ёб твою мать. Я был уверен, что он летит да, по трактории. Мы все уже стоим такие, хорошо. Да, все такие, да, сидит. Ну давай попробуем. Какая тишина сразу. Только биение сердца. Сидит.
Ельбой! Ельбой! Сидит, а у тебя как тебе давление? Что-то давление скакануло, пацаны. Может, перенесем съемку? Нет, 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 давай, давай, давай. Делай мимо. Такие мысли, типа, что ты можешь просто удар не получится. Ну, там, да, не знаю, да, зароешься, да, там, или просто куда-нибудь в трибуну его. Я надеюсь. Один удар, 5000, представляете? Даже так в уголочек, даже бы там прыгнул, не достал. Даже если я сейчас сольюсь, я убежден, что, ну, блядь, мы крутые. Хуя спирит. Хороший удар. Ну да, во-вторых, у нас по два гола из трех центра поля верхом. Ай-яй-яй! Ну, мне реально интересно. Забьешь, по делу выиграешь, вопросов нет. Не забьешь, ну, значит, вернешь меня к жизни. Ай! А у кого-то тоже сорвалось? Давай без лишнего, вот просто, ну, типа, по наитию уже идем. Окей. Ладно, надо просто это сделать и все. Ну, пожалуйста, летай и все. Там? Ебой. Попал, да? Попал, да, Жень? Ну, неплохо, неплохо. Ну, 3 из 5. А там Жека встал, я ему пас давал, чисто уже по-игротски, блядь. Делать деньги? Вот так. Прям, ну это круто. Я считаю, что мы с тобой прям в порядке в этом. Ну, типа, это было сильно. Ну, только я без бабок. Но зато ссылка в описании есть. Первая, да? Естественно. И все, кто как вылетел, тот того, чья есть ссылка. 5000. Да, это немного. Да, в сравнении с другими роликами оно того, может быть, и не стоит. Но выигранные бабки не просто свои, а у ребят чужие. 5000. Друзья, обязательно подписывайтесь на ребят, все нужные ссылочки есть в описании. Ну и, конечно же, не забывайте про наш с вами уговор. 100 тысяч лайков, следующий ролик «Разоблачение рекламы», я, как и обещал, снял его на этой неделе. Он прям вот уже печется и ждет, пока вы готовы будете его съесть. Всем спасибо за просмотр, всем пока.